Всем привет! С вами снова я, Кананец Оксана. Каждая девушка тщательно прорабатывает свой лук, подбирает аксессуары, платья, чтобы быть неотразимой в эту ночь. И макияж является важной составляющей вашего образа. В наступающем году будет приветствоваться яркий причудливый макияж, поскольку балом будет править огненный петух. Поэтому не бойтесь экспериментировать и добавлять ярких красок. Итак, главным трендом будут являться блестки, стразы и перламутр. Даже самый скромный мейкап они превратят в сказочную феерию. И в данном случае можно не соблюдать правила выделения либо глаз, либо губ. Актуальными цветами в этом сезоне будут оливковый, зеленый, терракотовый, бордовый, изумрудный. Вот таким образом я путаю кисть между пальцев. Для интенсивности цвета тени можно смешивать вместе с кремом. После того, как я накрасилась тенями разных цветов, подводкой и блестками, я закрепляю все тушью. Вот таким образом скотчем мне к среднему пальцу приклеивают саму кисточку, потому что я сама пальцами не держу, и это самый оптимальный вариант для меня. Самый последний акцент делаем на губы. Таким я вижу свой новогодний макияж. С вами была я, Кананец Оксана. До новых встреч, с Новым годом!